Всем привет, Семен Бойко в Австралии. Я в розыске. Австралийское государство решило меня хлопнуть наконец-то, посадить в тюрьму. Я прошу политическое убежище на территории российского консульства. Прошу Российскую Федерацию, его превосходительство, высокопревосходительство Владимира Владимировича Путина поддержать мое обращение о политическом убежище. В данный момент на территории консульства. Я гражданин Австралии, не имею паспорт российский, но тем не менее, в связи с ситуацией, меня репрессируют за мои пророссийские взгляды и за мою пророссийскую деятельность медийную. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые сенаторы, депутаты Госдумы, которые меня знают, пожалуйста, поддержите. Я русских никогда не бросал, боролся всегда до конца, всегда. Я знаю, что Россия здесь меня не бросит. И Виктора Бута не бросила Россия. И народу Донбасса не бросила. И Крым не бросила. Так что слава России. Работаем, братья. Город Сиднея, Австралия. Генконсульство Российской Федерации. Семен Бойков.